терпеть, подруга, что что с тобой? Да ведь понимаешь, Эна тут всякого натворила, что мне даже сказать нечего. Может, ты расскажешь мне, что произошло? Хорошо, расскажу. Паренек мой, он дебил. У меня нету больше сил разговаривать с ним. Но надо быть таким тупым. Человек неадекват. Хранясь в баре все подряд. Ну, что сказать тут, совесть нет у него опять. Выпил штук 15 он. Водку, пиво и вино. И я сразу поняла, что-то тут пошло не так. Подошел ко мне сейчас и чуть-чуть смотрит у меня. Потом сломал на кухне окно. И знаешь, кто сделал? Кто? Иногда, иногда, иногда что-то не поняла вообще. Иногда, иногда, иногда. Ну все, кабздец и бес.